Всем привет, с вами Арчер, и сегодня я продолжаю проходить дальше Outlast. И остановились мы в кинотеатре. Вот, кстати, какие-то... Ну, не будем обращать на внимание, в общем. Здесь я, короче, зашел, не помню. А, я нашел ключ у этого чувака. Я вообще не... Нет, я не помню. Просто посмотрите прошлую часть. И сейчас я расскажу такую проблему, короче. У меня с тем видео... Нет, оно выйдет, но просто поздно, как бы. То есть у меня не записалось там две половины видео, даже три. Одна шла 5 минут, другая 10, другая тоже 10. То есть 25 минут, ну и вот. А так как я видео выкладываю вот эти вот не с рендеринами, потому что, ну как сказать, у меня нет времени рендерить. Ну и вот, а то придется рендерить. И поэтому мне придется сначала то выкладывать, а потом вот это вот. То есть вот такая вот заморочка. Ну, поэтому не будем об этом вспоминать, а куда нам идти. А, мы сейчас, короче, взяли ключ. Нет, он не... А что, он не может спрыгнуть? Сейчас сюда пойдем, будет мужик. Нифига, вот темно, я думал, светлее. Лол, здесь был свет. Я настолько наркоман. А, нет, я сюда... А, ну, ну все правильно тогда. Машины решили поездить. Нет, дверь не открывается так же. Лампочка. Кстати, я вот сколько свои видео не пересматривал везде. Я, короче, пропускаю, можно сказать, во всех даже... Что за музыка? Тихо. Тихо. А что такое-то? Что случилось? Я не понял. Что за музыка-то? Что случилось? Сюда кто-то ломится? Да нет. Мне нужно выбираться. Ну, я выбираюсь. Вот здесь было закрыто, я точно помню. А, там же за нами пузатый этот хрен гнался. А, вот кто. Ну, та же самая музыка, кстати, играет. Он меня не трогает, смотрите. Он петух. Бля, я что-то испугался чего-то. Не знаю, чего я испугался. Он там укрыт вначале. Надеюсь, нас тут никто не встретит. Прям музыка меня такой пугает страшно. Сохранение. Мужик. Ну да, мужик, и чё? Это нам что-то дает. О. Ну вот. Кухня. Повариная, я не знаю. Надеюсь, что музыка больше не начнется. Блин, ты чё так выламываешься? Я же напугаться могу. А вот сюда можно зайти? Нет. Тут, кстати, батарейки нужно искать, поэтому... Потому что, вот. Я их пропускаю везде. А батарейки нужны. Это вот, кстати, отец... Это не отец Мартин, я так думаю. Да, это не отец Мартин. Поэтому я даже к нему подходить не буду. А то, как прошлый позапрошлой части там... Короче, подошел к одному такому в уголке. Вот и батарейка. К одному мужику подошел, а он, короче, взял меня, зарезал. Дебил. Здорово. А, ну это опять, ну это чувак. Ну он безобидный же. Надеюсь. Он везде там во всяких скримерах так смотрит на тебя. Вот так вот. И куда нам туда идти? А, вон. Без палева так. Что? Типа целый паркур замутили или что? Да. Я больше тут кто-то зайдет куда-то сюда. Но куда надо идти-то? Я правильно иду? Надеюсь. Вот тут вентиляция. Но нам не в нее. Нам не сюда. Получается, нам туда дальше надо идти. Да, ничего не понятно.
там тоже вроде ничего нету. А, я туда и не пройду. Зачем я вообще сюда забрался? Просто так. Поглядеть. Кстати, она не разбитая, если мы вот так вот начнем перезаряжать. Также, если будем убирать, она не разбитая. То есть нас обманули. Куда идти? Я что-то не вижу, что ли, или что? Тут вентиляция, я не могу ее открыть. Для чего мы вообще сюда залезли? Спрыгнуть вниз, я не понимаю. Куда дальше, если мы пройдем, что нам там делать? Сюда он не запрыгивает, не хочет. Я вообще ничего не понимаю. Вообще, по идее, это не просто так. Или просто так. Может, там как-то туда надо попасть, потому что там дверь закрыта. Там мы туда вот так даже не попадем. Я так думаю. Давай, давай, давай. Ползи. А, нет. Нет, музыка не нравится. Мне вообще все музыки вот классно нравятся. Ну, вон там вентиляция, но она закрыта как бы. Вообще везде все закрыто. Оба. Здесь был свет. А, нет, я тут с этим же ходил. А, вот лифт. Боже мой. Чтобы воспользоваться этим лифтом, нужен ключ. Естественно. Тогда пошли искать ключ. Вообще, по идее, где-то должен либо тут лежать, либо нам нужно наверх лезть. Но я думаю, когда мы найдем ключ, мы все узнаем. Помойки его нету. Кстати, тут все помойки чистые почему-то. Почему музыка такая? Прям как Дракула какая-то. Наверное, значит, где-то наверху ключ лежит. Ну, потому что я говорил, это не просто так. Мы просто так там сделали эту штуку, чтобы просто залезли и спрыгнули. Так, там сексуально. Ну, знаешь, там где-то висит-то должен был. Вот на этих штучках он в основном висит. Здесь лежит? Нет, здесь не лежит. Да где этот обоссанный ключ? О, боже мой. Эх-хе-хе, я нашел такую вот дверь, короче, которую я боюсь эти открывать. Вон там кто-то был. А, нет. Здесь безопасно. Но мне уже не нравится что-то. Ой, лаги, все, сейчас что-то будет плохое. Главное прислушиваться. А, ну вот, отец Мартин, ты? Он молится на телек, который, кстати, ничего не показывает. Он только музыку там куда-то играет, драку музыку. Это что-то про этого. Про Валеридера, про этого. Ну-ка, что я там записал-то? Да гори, я здесь не единственная жертва. Спаси меня, Господи, кажется, я видел. Не пей эту воду. Звук в сушилке. Ложь. Знакомый почерк, я тебя смотрю. Да, помехи как молитва. Опять одни помехи. Ну вот, я то же самое говорю, то, что помехи это как молитва для них какая-то. Нигде ключ, кстати, тут не пропустим. Вон, в бильярде не валяется он. Ой, зачем вообще этот ключ ему понадобился сейчас? Мужик какой-то лежит, но мне кажется, что он... Ну опять этот чувак, он только что там стоял. Ну эта дверь открывается, мне это не нравится. Туалет. Тут залеты. Может, тут где-нибудь ключ в туалете? Я не представляю, как в эту игру играть просто без звуков. Это нереально. Ну нет. Нету здесь ничего. Помойка также чистая. Будто бы ее только что вымыли. Опять он молится. Я так боюсь, то, что я буду мимо них проходить, и кто-то меня возьмет и убьет.
А может быть. Нет, не может быть. Сука. А вот дверь открыта, кстати. А я не полезу туда вниз. Блин, нам не надо. А, ну вот он тут молится на крест. Все логично. Здесь тоже будет чувак будет молиться. Ну, да. Ну, даже два, смотрите. Они везде молятся. Вот эта дверь приоткрыта. Значит, тут должен быть ключ. Что такая музыка пугающая? Хватит. А вообще они тут в психушке-то нормально расположились такую. У всех тут какая-то, не знаю, такая обстановка какая-то. Две такие кроватки, чтобы поспать хорошо. Хороший сон был. Так, ну дальше нам, ну, видимо, нам нужно прыгать в это обоссанное окно. Ну нет. Даже закроем. Тут кровь, кстати, никто не. А, нет, сидит. Как он тут сидит? Кто ему окно это выбил? А, вот туда надо приехать. Видите, какой умный. А, ну тут, в принципе, не спрыгнуть, это хорошо. Мне на секунду показалось, что это какой-то город. На секунду просто. Аккуратно, чувак. Ай, вода. Чё ты не нападешь как обоссанный битч? Сохранение почему? Чё симолится? Оба-на. Вы меня не будете трогать? Или так же убьете меня? Что? Священник, нет! Не надо, нет! Нет! Это он мне ключ оставил, чтобы я на выход ушел. Ну, чувак, не надо, не умирай. Не надо. Я тебя прошу. Пошли со мной, уйдем отсюда. Он специально меня вел сюда, чтобы... А, меня там эти чуваки закрыли. Ладно, возьму. Кто теперь меня будет спасать? Эти же чуваки, наверное, благодаря этому чуваку, как бы, меня... И не трогали, не убивали, а сейчас меня так вот возьмут и... Так вот, как бы, сверстки выкинут. Да... Нет, 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 не надо! Сгорел. Ну да, конечно, такое зрелище наблюдать вообще. Тут же все сейчас сгорит нахер. Эти дурики нас откроют. А, нифига, они такие модные. Ладно, оставайтесь здесь, я вас умоляю. Так у меня... Здесь же мужик стоял. Он типа так разревелся и ушел. Почему, кстати, звук не работает? Вот и лифт. Спасибо. Хотя бы это сделал. Баги. Блин, я боюсь туда идти. Может, пару рубяк использовать? За петух будет за нами, да? Я же сказал. Сукин сын этот. Вон он. Он мимо прошел. А мои следы? Следы мои нет. А чё он сюда хоть не заходит? Эй, петушман. Я открою заодно эту дверь, но... На всякий случай. Нашего перса еще так...
нахер тебе, меня здесь нету. Ладно, ладно. Давай, иди направо, я тебя прошу. Вон в этом углу. Сука, он прямо за мной идет. Смотри, какой блин. Вот, наверх, сейчас наверх. Так, здесь я знаю. Ха. Лох. Смотри, главное, чтобы он сейчас туда ушел направо. Давай, 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 я тебя прошу. Давай, уходи, уходи. Все, ура, ура, ура. Почему музыка не прекращается? Фу, главное, чтобы как этот валеридер меня не схватил тут. Какой валеридер? Трагер. А вот и конец игры, и все. Что? Я не понял. В смысле? Это не... Куда мы опускаемся, сука? Не понял. Я уже думал, все, я прошел игру. Куда? Куда? Надеюсь, другой выход. Да какой другой? Ну я уже был. Ой, ё-моё, я чуть ли игру не выключил. Фух, я чуть сейчас не выключил игру, я сейчас. Это то место, где, короче, на камере. Где камера? Где тут должна стоять? Лола, камеры, кстати, чуваки, нету, вот. А, тут так темно. Вот откуда все это весело, все это дерьмо, дерьмо. Да какой другой выход? Мы идем только вглубже все еще. Тут нам уже этот. Блин, ну надо было все-таки со священником ехать сюда. Потому что нам бы священник помог бы все это сделать. Нет, он решил умереть. Ну нет, ну хе-хе. Зачем под психушкой строить еще вот такое говно? Сохранение, значит, что-то будет. А чё, я боюсь что-то. Дальше уже, это уже не какой-то не хоррор. В психушке было пострашнее. Вон выход или что это? А нам-то не пройти, да? О, нет, я не хочу. Давайте дальше пройдем. Ну, хотя нет, давайте сюда. А, ну здесь тоже он просто. Батареек нету, видимо, они нам... Ну, тут уже светло, потому что уже вон утро, я смотрю. Поэтому сейчас мы все пройдем. Не понял. Нет, здесь мы разберемся. Батарейка. Все равно батарейки нужны, а то вдруг будет темно. Вот, например, вот как здесь вот. Бля, чувак, стой, я ничего не хочу тебе сделать. Он за мной идет. Да беги ты быстрее. Я не вижу из этого стеклышка. Сука, блядь. Пидор этот, как он, поросенок, вышли. Убей его, этого пидора. Вот и все. Поросенка взяли и расколошматили. Так, я что-то там записал, подожди, чтобы посмотреть. Смерть сама. Не могу поверить, что отец Мартин переплюнул самого Иисуса в игре. Чё вообще чёрт?
Ладно, ну мне же не обратно идти. Я только что оттуда. Туда, вперед. Ну, это уже, наверное, будет в следующем. Нет. Нет, я должен. Я должен пройти. Надеюсь, тут не будет еще. А почему запиликал-то этот, что ли, включил Валеридер этот? Петушок. Я все равно пойду сюда. У нас уже сюда надо. Эксит, вот. Нет, ну не сюда надо. О, тут, кстати, дверь открылась. Что за... Чувак, ты нормально? Спаси меня. Солдаты, нет. Это типа он как он говорит, типа, через аппарат? А нет, там где-то... А, вот. Вот, давай автомат. А, он сломан. Блин. Он взял, сейчас подберем. Всех расстреляем. Вот еще один. Они все сломаны. Давай быстрее там молоть речь. Ну. Ну, думаю, это никому не интересно. Ладно, это перемотаю, что это никому не интересно. Ну так вот. Ну, видимо, туда надо. Так вот, нам этот чувак сказал то, что типа исправь мою ошибку. Убей этого. Убей этого Билли, короче. Хотя, не знаю, убивать его или нет. Ну, куда нам опять-то идти? Ну ладно, давайте попробуем дойти до туда. Тогда там все пиликает. Ну, в общем-то, вот. Лаборатория какая-то, кстати, умывальники. Тут есть кто-то живой. Кто-то ломится. Везде туалеты. Ну и ладно. Короче, идем в лабораторию, нам еще насрать тут. А вот. Рабочая херня. В смысле? Актив. Сука. Кто меня бьет? Это этот Билли? Я не буду уже дверь закрывать. Вы знаете то, что я люблю закрывать дверь. Но не сейчас. Я куда идти? Так. Билли, я прошу тебя, не трогай меня. Я тебя тоже не буду трогать. Я не хочу тебя убивать. Я тебе отвечаю. Меня убили. Опять нам придется сюда идти, короче. Где убили? Да, вот он, у нас этот двери, короче. Он, надеюсь, сквозь двери не может проходить. Хотя, на 100%, мне кажется, что может. Беги, сука, беги. Форест. Бежать. Полностью на ногу. Ха-ха. Все. Мы не будем отвлекаться. Куда идти ты? Вот главная лаборатория. Ух ты. Ух ты. Интересно. И где Билли, откуда он вырвался? Здесь кто-то пытался вырваться. Здесь вообще шарик крови. Ой, этот мужик, он выжил. Там выход такой. А где этот выбрался-то? А это кто такой? Или нет, это не священник. О, боже мой. Батарейки. Зачем нам сейчас вот батарейки? Тут светло, светлин, светло просто. Нет, тут закрыто. Давай перепрыгивай. Ну я уже не знаю. На вон.
Я не уверен, что нам сюда. Потому что мы только нашли главную лабораторию, а уже уходить. А, вот. Сохранение. Я даже не буду читать, что он там пишет, у нас нет на это времени. Так, где тут записулькать нам что-то надо, карандашик. Ладно, подберу хоть раз. О, еще батарейка нам тут. Чё нам тут, зачем я сюда пришел? А, вот. Вал. Отключите подачу только генератора. А, Билли, это вон тот мужик, который сейчас там, кстати, стоял. Лежал, это есть Билли. Билли, отстань. Не хочу причинять тебе вред. Блядь. А где, кстати, Билли? Где Билли? Гудбай, Билли, так сказать. Не понимаю, где нам чего отключить-то. Где этот Билли? Вот, вот. Тут закрыто было. За нами бежит скотина. Вот, последнее. Очень как-то высоко. Ну, блин. Беги ты сможешь, не бойся. Но усталость посрать. Хотя, наверное, спортсмен раз так бегает, думаю. Да не вижу этого Билли. Вообще не вижу этого Билли. Музыка все громче и громче. Давай, допрыгай. Куда дальше? Точно сюда, куда я иду. Да, вот. Фух, слава богу, она открыта. Вот и все. Изи. Изи! Нужно обратно бежать, прыгать, там паркурить, как угодно. Отпусти меня, спай, все, давай, бежи, беги быстрее. Что? А, у нас схватил. Нихера себе, это, я думаю, это больно. Нихера себе нас скинули, как он еще? Давай, ломись, ломись там пока что. Да он не ломится, я так думаю. Где что отключать? Жизненный поток этот. Ну там, да? Закрыто. Где отключить-то, чё? Вот и Билли. Я не понимаю, куда бежать. Нет, блядь, не здесь. Вот. А, ну да, это и есть Билли. Давай, записывай это все. Ай, больно. Он пока живет, что ли, меня еще кидает? Тихо, поосторожней так. О, как печально все. Фух.
Все, мы убили, это убили. Кстати, сейчас он камеру поднял без тени. Цель — уходить. Бедный этот Майлз. Пальцы ему отрезал. Избили просто. Как он еще живет? Да какой выход? Тут уже безвыходное положение, я так думаю. Это вообще окажется. Что, нихера? Ты мог как бы за стул схватить, зачем ты за это говно схватился? Давай, беги быстрее. Я сейчас не могу понять, где он сейчас выход найдет. Где вот сейчас он его найдет? А? Где? Он весь поломанный, там все закрыто. Где он сейчас выход найдет? А, нам нужно же к тому чуваку идти, да? Где цели? Где тут? Уходите, да. Нам нужно к тому мужику, наверное, идти, который там лежит. Такие боты у нас модные. Оба-на. Слышь, чувак, я убил его, я убил его. Нет. Дауны какие-то. Готэм Хилл, ну теперь ты здесь хозяин. Ну, это их пили там убивает, что ли, этот мой лидер. Он их там мочит. Ну, молодец, чё, убей их там всех нахер. Штуков этих. Вот так вот, собственно, я и прошел Outlast. Неужели это, кстати, очень долгий выпуск получился. Это час, у меня не знаю, сколько он идет, но главное, что не больше часа. Потому что это будет выкладываться очень долго. Ну, в общем-то, вот так вот я и прошел этот Outlast. Очень, кстати, хорошая игра. Хороший хоррор. Я вот предлагаю тут проходить Визблауэр, ну я не знаю еще. Ну, в общем-то, всем пока, с вами был Арчер. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем. Всем удачи, всем пока.